не досуг. И вы не тревожьтесь в разлуке, удел наш не так уж суров. Мы греем озябшие руки у самых горячих костров. Мы греем озябшие руки у самых горячих костров. По Сюганге, таежный болотистый край на севере Томской области. Сколько лет охотится здесь Агафья Ивановна. Ходила когда-то на медведя, до сих пор промышляет соболя, белку. Тайга прятала от людей главное свое богатство – нефть и газ. Теперь идешь по старой тропе, приходишь к буровой, прокладываешь новую тропу, снова выходишь на буровую. Ищут и ищут люди эту нефть и этот газ, кочуют с места на место, пугают зверя. Вон какая громадина движется по тайге, буровая вышка, ей тайга по колено. В этом грохоте железа разве услышишь, как бьется сердце старой охотницы? Может быть, радостно ей, может быть, чего-то жаль. И в такую-то, в общем, глухомань тянутся люди, бросают теплые свои края, едут в Сибирь. Тот же Николай Чирилов, что хорошего нашел он здесь? Ну, я вообще никогда в Сибири не жил, я ее в Сибири не знал. Я просто приехал к сестре в гости. И я так остался. Думаю, ну, поработаю, а мне здесь понравилось даже. Понравилось. И этим ребятам, дружкам Николая, тоже нравится. Новое дело, как магнит. А у ребят и профессия еще интересная, каратажники они. Пробурили где-то скважину, каратажники определяют глубину залегания пластов, нефтяных или газовых, и их мощность. Слушают голос земной глубины. Похоже, что оператор Виктор Федоров не за пультом каратажной установки, а за дирижерским пультом. И будто звучит музыка, и будто нет на земле трудных таежных дорог, и неуютного бродяжьего быта, и не затерян в ночи этот маленький островок огней. Вертолет. Будничная роскошь таежного края. И автобус, и грузовик, и скорая помощь, и поэзия полета на птичьей высоте. По-моему, вся прелесть вот полета-то и заключается, когда идешь на малых высотах, наблюдаешь. А у нас вот здесь тебе и тайга, озера, болота. Часто видим, когда из-под земли появляется фонтан газа там, или нефти. Видим, как это все достается трудно. Им сверху видно все. И Геннадию Копытову, и Анатолию Новикову, воздушным извозчиком. Здесь ведь не услышишь, полетел на буровой. Скажут, поехал. Едут буровики. Целую неделю теперь будут жить в тайге. Потом вертолетчики привезут им смену. Заходишь на посадку тоже, на какой-то пятачок маленький, где-то в тайге там нужно сесть. Тоже это какая-то прелесть. Именно
Вот эта вот специфика работы на вертолете, она не дает соскучиться. А в этот край таежный только вертолетом можно долететь. С разных концов здесь у нас люди. И здесь все сдружились, конечно, все уже считаемся своими сибиряками. Сюда, наверное, холостым приехали, а теперь... Да, пока холостой. Пока холостой. Да. С девушками, да. Прямо скажем, мне важно. Маловато здесь девушек. Потому что работа такая. Судьба буровика, и, конечно, нелегка. Хоть почет буровику и уважение. Здесь такой тяжелый труд, что девчонок не берут. Вот такое, братцы, наше положение. Трудные условия, конечно. Летом гнус не дает вообще работать. И мошка, комары. Страшно. Заедают. При морозах все трещит, железо трещит, одеваться тепло надо, а в ней неудобно в теплой одежде, а в легкой одежде холодно. Романтика, но условия труда очень сложные здесь. Работать будешь, ничего сложного нету. Будет время, будет час, будет в вашем доме газ. Быть бы нам в такой момент гостями вашими. Но пока тот самый газ что-то прячется от нас. Но пока мы дни и ночи бурим скважины, бурим скважины, бурим скважины. Отсюда уже ушли буровики. Сюда пришли испытатели. Работой руководит геолог Юрий Ментикалеев. Побывать в Васюганде и не увидеть газового или нефтяного фонтана, какая была бы досада. Ментикалеев сказал, фонтан будет газовый. Васюганский меридиан. Скоро здесь появятся промысловики и строители трубопроводов. Васюганье аукнется, а откликнется в больших и малых городах Сибири, куда придет нефть и газ Васюганье. А пока разведка. Последние минуты. Будет фонтан или не будет? Газ восклицаете вы. Вода, спокойно говорит Ментикалеев. Пока вода. Васюганский меридиан. Пунктирами вот каких огней прочерчен он в таежном и болотистом краю на севере Омской области.